Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в СКФО, которое провел Юрий Чайка. В мероприятии участвовали первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина и руководитель Кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев. Рассматривались вопросы реализации на Северном Кавказе указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, а также предотвращения и ликвидации ущерба от паводков и природных пожаров в 2024 году. Юрий Яковлевич отметил, что в настоящее время на уровне государства создана масштабная комплексная система поддержки семей с детьми, которая включает в себя как развитие существующих мер, так и внедрение новых механизмов, направленных на повышение благополучия граждан. По итогам заседания даны соответствующие поручения.